Борис Качко, лікар, фітотерапевт. Пане Борисе, раді вас бачити. Взаємно, добрий день. Зокрема, ну як то кажуть, давно не бачились, бачились на різних каналах. Пан Борис, а чому саме ви сьогодні до нас прийшли? Це моя була ініціатива вчора. Вчора Наталя слідкувала за своїм малим, не слідкувала за нашим ефіром. З Танею Гончаровою у нас були вчора моржі в студії. В гостєвій студії моржі. І якось мені здалося, що моржі не зовсім моржі. Коли я їх запитував, чи існує якась система моржування, чи там потрібно якось підходити до проблем моржування, тому що у нас водохреща попереду, всі пригнуть у воду і на ранок вже поболіють або нирки собі повбивають. Я їх запитую, що робити? Вони кажуть, дивись на лідера. І розказували, який у них чудовий там президент асоціації. От моржування – це шкідливо чи не шкідливо? Чи є система в цьому? Знаєте, якщо лідер – це конек-грабуньок, який уменьшить вред і холодний, і гарячий, воды и омолодить человека, то, конечно, можно идти. Если лидер понимает, что к этой экстремальной системе нужно готовиться, а физиологи говорят, что если хочешь моржевать, пожалуйста, первый год обливайся холодной водой. Угу. Второй год можешь купаться где-то до октября. А вот с третьего года ты можешь уже поесть прорубь, ты уже готов. Потому что это экстрим. Вы знаете, я когда меня спрашивают про моржевание, вспоминаю студенческие годы. Вот в этой и появляется эйфория. И вот на этой эйфории человек потом за этими ощущениями идет повторять. Но при этом что получается? Стрессовые гормоны надпочечников блокируют боли в суставах. И если у человека был артрит, то это говорится, что он давненько не чистил свою кровь. Грязи в крови полно, она вызвала вот это воспаление сустава. Если у человека артроз, то это говорит о том, что человек давно не кормил свои суставы. Суставы голодные, кричат от боли, им голодно. А мы гормонами хлоп и подавили. И человек видит, плюс появился. Если у человека есть какие-то аллергии, есть бронхиальная астма, улучшается временно состояние. Но парадокс. Человек, когда врач говорит, вы знаете, у вас аллергия. Тяжелый случай, давайте-ка введем гормоны. То я уточню, це при несистемному подходе. Це якщо пішов, даже при систематическом завтра... тоже. То есть человек получает вот эти плюсы и кажется, что это все плюсы. Да, они временные плюсы, но на этом все плюсы закончились. А Порфирий Иванов? А Порфирий Иванов, он подтвердил пользу лечебного голодания, умерев от гангрены конечностей чуть больше за 70 лет. Ага. То есть долгожителей на сегодняшний момент на лечебном, вот на таком моржевании я не знаю. Если кто-то знает, пусть приведут пример. Но я могу привести в противовес примеры долгожителей, которые занимаются правильным питанием. Одна Япония имеет больше 100 тысяч людей, которые перешагнули рубеж 100 лет. То есть я не думаю, что мне сейчас скажут, что вы знаете, вот есть 100 тысяч моржей, которые тоже живут уже больше 100 лет и хорошо себя чувствуют. Почему? Потому что в ответ на вот эти стрессовые гормоны, вернее сами себе стрессовые гормоны, повышают уровень холестерина в крови. А холестерин – это самый главный враг сосудов. Если посмотреть статистику, то 2/3 людей умирает от проблем сердца и сосудов. Вот за 10 месяцев этого года Украина потеряла больше 300 тысяч людей, из-за того, що у них серце і сосуди не видержали ті нагрузки, які вони испытывали. Ну, дивіться, ви песиміст, я дозволю собі... Я не собі... песиміст, я реаліст. А, реаліст, так. Да. Песиміст – це обізнаний реаліст. Так, да. Ну, дивіться, от канал «Україна» опитував, власне, людей, ну, це було торік на водохреще. І от пані Тетяна, тут писано, що вона моржує, цитата її, «Это купання в прорубі просто в холодной воде дает мне здоровье. Прежде чем купаться в холодной воде, я, естественно, разогреваюсь. Просто зайти в холодну воду для мене буде не очень хорошо». І далі йде, власне, коментар, що таке загартовування може допомогти не лише подолати недуга, а й взагалі їх уникнути. Лікарські властивості низьких температур визнає навіть офіційна медицина. Також зимове купання, кажуть, моржі, змінює світосприйняття. Ну, тому що все, що ви говорите, це спросовує все, що говорить моржі в нашій студії. Тобто пані Тетяна для тебе вагоміш, ніж лікар? Ні, я просто як журналіст маю подати об'єктивну ситуацію моржа, а лікар прокоментує. Знаєте, лет 6 назад в одну із передач, яку ви вели, була теж похожа тема. І там одна відома радіокоментатор описувала великолепно свою ситуацію. Їй там за 70 лет, и она рассказывала буквально следующее. Я как развалина подхожу к проруби, ныряю в нее и выхожу молодой девочкой. Вопрос.
Если эта прорубь дает вам здоровье, почему вы как развалина туда приходите? Почему у вас болят суставы? Почему у вас одышка? Проблема с сердцем, если вы как развалина приходите. Вы должны ходить молодой и здоровой. И периодически просто заходить вот, в прорубь, чтобы еще больше здоровья себе приобрести. То есть вопрос в чем? Вот холестерин – это раз, это номер один. Номер два – это повышается уровень сахара. 15% украинцев, это статистика мировая, имеют сахарный диабет. Угу. То есть мы таким образом наигрываем диабет фактически второго типа. Еще один момент. На такую ситуацию повышается резко частота сокращения сердца. И очень легко сорвать сердечный ритм, особенно когда поднявшийся холестерин вызывает атеросклероз сосудов. Повышается великолепное артериальное давление. И загроза инсульта, как результат. Совершенно верно. И вот в гидропарке, вы знаете, там была вот у нас такая компания людей, которые там занимались моржеванием. Так врачи скорой помощи тропу здоровья, которую моржи называют тропой здоровья, прозвали тропой смерти. Потому что при моржевании не просто идет микроинфаркт, микроинсульт, организм как бы напомнил, что была проблема. Угу. Там идет крупноочаговый инфаркт, и просто аорта разрывается напрочь, человек погибает моментально. А давайте от моржевания перейдемо до системи загартовування, але після того, як ми зараз дізнаємося, якими новинами до нашого ефіру долучиться Яна Левка. Яночка. Ні, не зі спортивними, давайте трошки поговоримо про красу, про вічність і про історію, і безпосередньо в музеї історії Києва зараз почали збирати фотографії для проєкту «Київ, якого вже немає». Старі знімки міста просять надсилати на електронну пошту kyivhistorymuseum@gmail.com, який зараз з'явиться у вас на екрані, ви зможете його побачити, або приносити самостійно в сам музей. Крім того, сьогодні о 19-й годині в галереї 8-Bit Gallery відкривається фотовиставка, присвячена подіям Євромайдану і у добірці роботи і українських, і зарубіжних фото кореспондентів. Студія. Яночко, дякуємо. Я вже боявся, що ти мені зараз скажеш, щоб там відкрилась виставка «Останні моржі». Є моржі, яких вже немає. Дякую тобі. Антоне, не драматизуй. Борис Скачко, лікар-фітотерапевт. Я чому не драматизую тобі, кажу, пане Борисе. Ну, власне, ті представники і ті люди, які захоплюються моржуванням, неодноразово в нашій студії говорили про те, що моржування допомагає їм не хворіти на ГРВІ і не хворіти на грип. І що навіть в зимову пору, коли вони в плавках і в купальниках заходять в крижану воду, після цього вони не хворіють. І знову таки, це їхні слова. Вопрос в чому? Смотрите, стресові гормони надпочечників – самі сильні противовоспалительні вещества, які дійсно можуть замаскувати будь-яку воспалительну реакцію, будь-який воспалительний процес, але не вирішити. Тому що якщо людина зустрілася з новим вірусом, у нього повинна піднятися температура, для того, щоб активувати імунну систему і виробити на цей вірус антитіла, інтерферон, подавити цю інфекцію, запам'ятати і всю життя її пам'ятати. І совершенно спокійно більше ця інфекція не з'явиться в цьому організмі, не обостріться. Таким образом, в принципе, еще КНЕИП занимался этим, он занимался обливанием холодной водой, учил людей это делать, и в то время, когда ничего не было, нечем было помогать, обрывалась простуда, действительно обливались просто, вот человек брал ведро 2 ледяной воды, и все заканчивалось. Моржуванием и загартованием есть великие две відмінні різниці. Совершенно верно. По той простой причине, что у нас условия вот такие экстремальные, ну, в принципе, ну, они периодически бывают, когда там какие-то теплоцентрали порвались, но это эпизод, так. Это не система. Давайте тоді дамо нашим глядачам просто пораду, як правильно, без екстриму підходити до моменту загартування і де гранична межа температурного режиму в загартовуванні. Тобто це мінус 30 чи це просто плюс 10? Ну, слава Богу, вода, вона в мінус не уходить, вона завжди плюсовая. Якщо вона мінус, а це льод уже. Тобто люди купаються, в принципі, в воді зі знаком плюс. Там плюс 5. Да, но эта вода все равно чрезмерна. Зона теплового комфорта, она значительно выше. По воде нижняя граница, по-моему, 26 градусов. Это нижняя граница зоны теплового комфорта. По воздуху это 18 градусов. Вот. Ниже это уже холод, это уже раздражение, это уже стресс. Поэтому, если человек хочет к тем стрессам, которые нас окружают, добавить еще такой тепловой стресс, я не кажу про стресс, давайте про загартование. Вот тут регуляция. Для того, чтобы человек адекватно шел в окружающей среде, чтобы все стрессовые факторы на него не действовали, нужно свой организм потренировать. Для этого есть шотландский или контрастный душ. Угу. Самый простой вариант.
То есть человек берет, встал под душ, в начале температура 38-40 градусов, то есть умеренно горячая вода, каждый свою выберет, а дальше добавляется холодная вода до летней, 20-24, вот этого диапазона в 20 градусов вполне достаточно, чтобы среагировали сосуды кожи. В мозг пошли разные импульсы, и мы регулировали работу мозга, а мозг нам отрегулирует все, что мы хотим. И систему питания, и все реакции наши на окружающие любые воздействия будут оптимальны. Для ребенка есть великолепная система, потому что ребенку сложно, он не может сам отрегулировать воду, поэтому самый простой способ закаливания. Берется полотенце грубое, смачивается умеренно горячей водой, температура там 38-40 градусов, и взяли, приложили к руке, и вы, прижав к руке, мы выжимаем, фактически ведем полотенце вот так, к суставу. Вода выдает тепло. Вода горячая, она нагревает кожу. Но мы смочили кожу, пока мы обтерли раза три одну руку, обтираем вторую. То есть мы делаем что? Во-первых, массаж сделали. Мы улучшили кровообращение у ребенка, у него усилился местный иммунитет, улучшилось состояние кожи. Когда мы обработали горячей водой, одна температура, пока мы обрабатываем вторую руку, пока перешли на ножки, на туловище, рука остывает. Вот вам контраст. Дети великолепно переносят процедуру. Единственная особенность, нужно не просто в ванну поставить, а, скажем, на какую-то подставочку, потому что ванна холодная, переохлаждение стоп. Великолепно дети переносят эту процедуру, иммунитет укрепляется. Почему? Потому что система регулируется. Потому что когда говорят, дайте чем укрепить иммунитет. Самое лучшее укрепление иммунитета – это способность организма регулировать то, что он имеет и то, с чем он сталкивается. Саморегуляция. Конечно. Вот тогда да, потому что, когда говорят, ой, у меня там какая-то вирусная инфекция, давайте укрепим иммунитет против нее. Это невозможно сделать. Мы можем создать условия, чтобы иммунная система сама нашла патогенную бактерию, вирус, і подавили їх, якщо вони шалять в цьому організмі. Пане Борисе, ну, якщо говорити власне про купання на водохреще, неодноразово мої знайомі, ну, власне, я сама пірнала на водохреще, можу сказати про те, що від такого пірнання абсолютно не захворіла. І справді оце відчуття ейфорії, воно гарантоване не те, що на один день, воно гарантоване на тиждень. Совершенно верно, потому что мы раздразнили, мы систему, мягко выражаясь, сильно простимулировали. А что ж поганого, если людина пірнула, и в ней поднялся настрой от такого пірнання на водохреще, она таким чином відсвяткувала свято, и после этого не захворіла. Что ж цьому поганого? Смотрите, настроение можно изменить совершенно другим способом. Можно пойти там в кино, там, посмотреть какой-то фильм в интернете, почитать книжку какую-то. Можно пойти просто поехать на какую-то экскурсию в какой-то другой город. Можно подпитать мозг совершенно другими вещами. Здесь стрессовый вариант. Дело в том, что когда мы выдавливаем из надпочечника вот эти гормоны, человек очень сильно рискует. И перед тем, как пойти в прорубь, перед тем, как заняться обливанием, я бы советовал, первое дело, посмотреть на цифры тонометра и посмотреть на свое отображение в зеркале. Если цифры тонометра, давление 90 на 60, 100 на 70, то есть гипотония, в этом случае организм и так работает, знаете, так вот на бреющем полете летит. Его попробовать активировать очень сложно, потому что он может упасть, ему очень легко упасть. А если человек видит темные круги под глазами, то это говорит о том, что он работает более интенсивно, чем восстанавливается. И вот таким уникальным способом можно заставить себя работать еще более интенсивно, потому что когда человек себя хорошо чувствует, он же не будет лежать на печи, он будет работать, будет использовать это. И вот здесь появляется, вы знаете, в Японии был такой синдром молодого менеджера. Когда молодые японцы десятками тысяч умирали от острой сердечной недостаточности. Без явных признаков к этому. Потому что они, мягко выражаясь, не работали, а пахали. Восстанавливались, они предполагают, что где-то на пенсии. Но многие не доживали до отпуска. Который, кстати, отпуск тоже нужно уметь правильно провести. Не на неделю куда-то уехать. Недільний відпуск – це стрес. Відпуск має бути від двох тиждень підряд. Тобто поміряти тиск і подивитися, чи немає темних кіл під очима. Так, це макропризнаки, які говорять про те, що людина не готова до цього. Якщо є утрення усталість або печеночна лінь, тобто це теж говорить про те, що людина до цього не готова. І піти в прорубі, устранити цей варіант можна, але печень від цього тільки пострадає. Тому що під час стресу блокируется работа пищеварительной системы, блокируется работа печени, почек, но активируется зато мозг. Вопрос, на чем он будет работать, я не знаю. И на чем будет организм работать, если мы все заблокировали, но заставили работать. Вы понимаете, ну, это очень сложная тема. Зрозуміло, что варто у всему мати здоровый подход, и перш за все, царя в голове надо иметь. Подход с анализом. Якщо вы, ну, не знаєте властивості свого організму, будьте обережні і не пірнайте полонкою в холодну воду одразу. Хоча б скажіть до доктору, що вам доктор розрішив. Тобто сказав, можна.
Ми дякуємо, Борис, що ви завітали до нас. Так, Борис Качко, лікар-фітотерапевт, був в студії.